Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу вам, как приготовить трюфельные конфеты в домашних условиях. К 250 граммам сахара добавляем 150 миллилитров горячей воды, да, добавляем 200 грамм сливочного масла. Ставим вот это все на огонь, варится до тех пор, пока не растворится полностью сахар и масло. А пока растворяется сахар с маслом, приготовим сухую смесь для наших конфет. Здесь у меня 200 грамм сухого молока, и я добавляю 100 грамм какао. Так, 100 граммов какао. Нужно это все хорошо перемешать. Вот, получается у нас вот такая вот жидкая смесь, сахар и масло растворилось, и сейчас понемножку будем смешивать сухие ингредиенты с вот этой жидкой частью. Когда наш шоколад уже остынет до комнатной температуры, если эти конфетки вы не будете давать для детишек, тогда можете добавить еще сюда 2 столовые ложки коньячка или виски. Я добавляю коньяк. В общем, что у вас есть под рукой, то и добавьте. Более такую плоскую форму, чтобы было потом удобнее формировать конфетки. Даже все, отправляем наш шоколад в морозильную камеру на 3 часа. Ну вот, я уже прошло 3 часика, из морозильной камеры я вынула наши конфетки. Проверяем, они уже застыли, к рукам не липнет. И сейчас будем формировать трюфеля. Берем разделочную доску, и я застелила ее пленкой. Можно застелить пергаментом, что у вас есть, как и что вам удобно. Так, и сейчас будем формировать конфетки. Чтобы к рукам так не липло, будем брать ложкой. Можно руки смазать. Вот. Я возьму вот столько сливочного масла. Совсем-совсем чуть-чуть. Оно даже все не пойдет. И немножко смажем руки, чтобы наши конфеты к рукам так не прилипали. И будем формировать трюфеля. Можно делать обыкновенные шарики, но вообще-то трюфеля такие вот... Вот для меня вот это вот трюфель. Вот. И будем делать вот такие вот горки. Желательно делать это быстро, потому что сливочное масло на теплых руках довольно-таки быстро растапливается. Смотрите, второй этап приготовления трюфельных конфет уже тоже готов. Готовится это все довольно-таки быстро. У меня ушло где-то 7 минут на вот этот весь процесс. Все. И сейчас отправляем в морозильную камеру опять-таки где-то на минут
10-20, уже смотрите по времени, чтобы они немножко так схватились. Ну вот и пришло уже время для самого последнего процесса приготовления наших конфет. Рассеем какао. Так, достаем наши конфетки из морозиловки. И вот обворачиваем хорошо вот так вот в какао. И в принципе все, так поступаем с каждой конфетой. Ну вот и готовы мои трюфельные конфетки. Если вы хотите, можно их сразу подавать на стол, или к кофе, или к чаю, здесь уже по желанию. Если же нет, если вы хотите, чтобы они у вас немножко постояли, желательно, чтобы вы ставили их в холодильник. Также можно каждую конфетку обвернуть в фольгу, это продлит срок ее сбережения. Вот, в принципе, и все. Если же вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или же дизлайки, я буду очень рада. Ну вот и все, до новых встреч. И остается мне пожелать вам приятного чаепития.